Не могу я пройти эту игру, потому что я играю за мальчика. Пришло время стать батей. Сынок, смотри, как это делается. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня, наконец-таки, мы снова играем в Schoolboy Runaway. К сожалению, я надолго пропал, потому что сильно заболел. Реально, очень много дней лежал с температурой 40. И это была кошмарная неделя. На самом деле, я просто так маме говорил, специально, чтобы в школу меня не отправила. Вместо этого заставила дома учить уроки меня. Черт! В прошлый раз мы сбежали с помощью крыши и сеновала. Теперь мы попробуем сбежать как-нибудь по-другому. И да, кстати, игра обновилась. Немножечко. Я пока не знаю, какие здесь именно обновления. Но мы по ходу дела будем узнавать. Ладно, давайте, по спидрану. Ориентироваться будем именно по тому, какие предметы нам будут находиться. Такие концовки и будем подбирать себе. На самом деле, я не знаю, какие еще есть концовки, кроме как просто выйти через ворота. Опа, смотрите, батарейка там лежит. У нас тряпки здесь нет. Так, вот это уже интересно. Так, надо пойти полить цветы. Воу-воу-воу-воу-воу. Мать выходит. Идем. Сначала все открываем. Хорошо, мы нашли ключ. Что-то придавило. Папа, зачем? За что? За что? Почему? К чему ты так? Такая ты тварь. Тварь, тварина, папа. Отсюда закрыть нужно. Отсюда закрыть. К папке. О, фига себе, как я действую. Круто. Он там еще будет руки мыть. Но время есть. Время нормально. Ключи нашел. Скорее в комнату. Блин. О. Шустро. Здесь была отмычка у нас, кажется. Ну-ка, хоть раз мне что-нибудь попадется в этом ящике. Ничего не попадается. Надо разобраться с вазой. Дебильный ключ не упал. Надо проверить. Не надо проверять ничего. Ладно, можешь проверять, я все равно спрятался грамотно. Фу. Не. Мне кажется, или... Тебе кажется, папа. Иди, иди, футбол смотри. Ну, вроде все в порядке. Какой у нас здесь? Белый? Белый, синий, зеленый, оранжевый, белый, оранжевый, красный, оранжевый. Есть. Еще и зарядочку сразу нашли. Ставь, закрывай, уходим отсюда. Very good. А все мимо. Слушайте, это была прекрасная катка. Столько предметов нашел за раз. Надо теперь, чтобы еще мама вышла полить цветы. Посмотрим вторую часть кухни. Нужно будет разморозить мясо. Нужно будет устроить дымовую завесу. Но желательно, чтобы один раз нас проверили. И чтобы оба родители сразу. Так будет наверняка. Мама пошла поливать цветы. Давайте сразу сначала с мясом разберемся. Окей? Делаем завесу ей. Наверное, мы сделали дымовую завесу. Да, дымовая завеса есть, отлично. Сидим. Какой я сорванец, какой я ублюдочный мальчик. Просто станюгу родили. Здесь кто-то был? Ах, тупая мать. Никогда не догадается, что это был я. Ну давайте же, проверьте меня, мне очень это нужно. Никто не хочет проверять. Ладно, тогда. Тогда пойдемте в кладовочку. Окей. Ступенька. Быстрее. Быстрее. Отвертка. Ах, да, есть еще не открывающийся люк, в котором я никогда не был. Возможно, тут какая-то суперсекретная концовка. Ладно, уходим отсюда. О, стоп. У нас же здесь что есть? Раз, два, три, четыре. Да, батарейка. И еще давайте сразу швабру раскрутим. Раз такие дела. Выходим. Все, решетка на месте, свет вырубили. От батарейки надо избавиться. Есть. Вы будете меня проверять или нет? Пап, пап, проверь меня, пожалуйста, я готов. Так, сыночек, проверим, как ты учил уроки. Хоть бы не облажаться. Как будет по-английски слово «урок»? А, lesson. Правильно. А как будет по-английски слово «английский»? А, English. Верно, молодец, это было трудно. Ага. Фух. А теперь... Как будет по-английски слово «внук»? Так. Сейчас я точно знаю. Даю подсказку. Грэн... Грэнсага! Что? Что? Ответ «грэнсон». Да, я так и сказал. Ты сказал «грэнсага». Да язык просто заплелся, пап. Не ври мне, сопляк. Боже, думаешь, я тупой и не знаю, что это такое? Ты выдал себя. О, нет. Теперь я понял, что вместо уроков ты сидел в
за компьютера! Игра в Grand Saga. Grand Saga — это долгожданная MMORPG на ПК и мобильных устройствах с привлекательной аниме-стилистикой. Погрузись в захватывающую историю, исследуя большой и разнообразный фэнтезийный мир. Тебе доступны уникальные, харизматичные и запоминающиеся персонажи, обладающие своим особенным оружием и экипировкой, которые напрямую влияют на твои способности. А возможности кастомизации и сбор отряда из трех персонажей открывают бесконечное пространство для экспериментов в игре. Состав отряда можно свободно менять и комбинировать доступных персонажей для достижения наилучшей командной синергии. Со всеми персонажами в игре, как главными, так и второстепенными, можно прокачивать лояльность и открывать новые детали их истории. Причем все играбельные персонажи доступны сразу. Игра отличается своей щедростью и награждает игроков большим количеством ресурсов за активное вовлечение. Играй больше, получай больше. И сейчас самое время перейти по ссылке в описании, чтобы пройти предрегистрацию в Grand Saga и получить гарантированный подарок. И подарки будут копиться. Ведь чем больше игроков предрегистрируется, тем больше призов получит каждый на старте проекта. Молодец, сынок! Да, я очень люблю эту игру. И раз ты тоже, то теперь будем вместе с тобой играть. Только матери не говори, понятно? Что не говорить? Не говори, сынок! Не говори! Не говори! Мы играем в Grand Saga. Твою мать, сынок! Я же сказал, не говори! Он не выучил уроки. Давай, давай, учись. Хорошо, папа. Так, пойду полью цветы. Мать цветочки поливать. А я тогда пойду на кухню. Да проверю все остальное. Ух ты, ничего нету. Че я еще не сделал на кухне? Вентилятор, конечно же. Надо проверить вентилятор. Какой там код от ноутбука? Но мама уже вернулась, блин. А папа сидит. Никто еще из них меня не решился проверить. И чем дольше они не проверяют, тем ближе этот момент. И меня это раздражает. Я на нервах тут весь. Слишком хорошо катка идет. И что-то мне подсказывает, что игра меня подталкивает, ну, судя по предметам, к той же самой концовке, что была в прошлом видео. А этого нам не надо. Папа пошел отлить. Есть вероятность, что после этого он как раз таки захочет меня проверить. Какое облегчение. Они вообще помнят, что у них есть сын? И он балбес, и проказник. А, ладно. Звоним звонок. Пусть мама идет. Иду, иду. Сколько можно? Ага. Ага. 4-5-4. 4-5-4, а мы выходим. Ей. 4-5-4. Надо не забыть только. Пойду проверить. Нет. Почему сейчас именно она решила пойти проверить? Надо максимум выгоды извлечь. О! Как? Как? Почему она пошла сюда? Она идет? В окно! Нет, я в окно! Я в уроке! Я в уроках весь, мать! Весь в уроках! А! Да, что ж ты какая-то... Метлу в руки и пошел! Ладно, ладно, не ори на меня. Не ори на меня. Прости. Окей, что у нас у собачки? У собачки молоточек. А тебе почистим, собачка. Сейчас, мам, задний двор тоже хочу подмести. Ага, ступенька. Давай бегом за учебник. Ладно, я пошел, мать, спасибо. Катка не могла быть слишком хорошей. 4-5-4 тем временем. Пойдемте к папе. 4-5-4. Very good. 91-60. Это я запомнил. Теперь надо выманить мать. Одну минуту. И идем на улицу. Надо действовать жестко, решительно. Ага. Забираем сразу еще одну ступень. Пойду проверю, учит он уроки или нет. Вы что, издеваетесь? Это же просто издевательство сейчас, то, что происходит. Ах ты, подлец, куда делся? Она же не знает, где я, да? Она пока не знает, где я, поэтому мы спокойно прячемся. Прячемся вот здесь, за бочкой. Еще и отец одновременно! Они одновременно решили проверить, практически. Люблю слышать, как они срутся из-за меня. Есть такой шанс, что они забыли про меня. И такие, ладно, фиг с ним. Простим, мол. Бывает ли такое? Надо действовать как в школе. Когда учитель думает, кого спросить, а ты такой, нифига ведь не знаешь. И чтоб тебя не спросили, ты просто смотришь тупо вниз. Сидишь за партой и смотришь вниз. Кстати, музыка. Музыка. Что, сработало? Смотреть вниз и сидеть здесь сработало. Надо убедиться, что мать пошла делать свои дела. Вот где надо прятаться в таком случае. Мать занимается своими делами. Это просто охренительно. Мы козырную точку нашли. Не говори, бать. Твоя жизнь очень тяжела, сурова. Но ты будешь открываться-то или нет? Пожалуйста. Гвозди. Меня все-таки на крышу ведут. Но я хочу по-другому сбежать. Музыка слишком экстремальная. Что-то слишком экстремальная музыка. О, быстро. Быстро. Ой. 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 Ну все, хода. Будешь мыть унитаз. Давай, не зли меня. Все, я делаю. Как всю папью санину вытер. Теперь все.
всегда будешь мыть. Я нигде фонаря не находил. Фонаря нету. А он может быть в счетчике. Кто это тут такой смелый? Пойду про... Да вы что, издеваетесь, что ли? Это просто издевка. Это что за издевка такая? Почему они проверять стали? Смотри вниз. Нормально. Пока что нормально. Матери нет. А где же ты? Хорошо, она занялась своими делами. А мы займемся своими. А, да, фонарь здесь. Пёся. Вот. Спасибо. Хороший, хороший пёсик. Значит, давайте попробуем. А, никто не услышал. Так, а вот это услышали точно. Третий раз уже! Несправедливо, я считаю. Эта катка будет успешной, я обещаю. Обещаю вам, обещаю себе, я смогу. Я чемпион по каткам. Вот дура! Да, папа. О, средство от жира сразу есть и тряпка. Значит, сейчас я избавлюсь сразу от тряпки и от антижира. А давай гол сюда, пофигу. Папа, привет. Сейчас я закрою дверь. Опа, батарейка. Ладно, врубаю свет. Стоп. А, фонарь. Папа сейчас сходит в туалет. Это мой шанс. Прекрасный шанс. Охренеть, мать еще пошла цветы поливать. Что-то очень движ большой в этом доме. Ладно, ладно. Зарядка. Кажется, это все. Кажется, отец сейчас пойдет. Скорее. Что, блин? Черт. Нужно срочно где-нибудь спрятаться. Соберись. Скорее. Скорее. Ну, вроде все в порядке. Это такая скорость действий была. Окей. Что? Давай бегом что? На помощь! Наш сын куда-то делся! Она просто пошла в мою комнату. Даже ничего не сказала. Сейчас, пусть они, ну, остынут. Ох ты у меня получишь. Они не остынут, да? Папа намекнул очень тонко, что меня ждет насилие. Вот бы я был сейчас как мальчик Декстер. Гений, лабораторный гений. У меня три батарейки, одна лампочка и ключ. Сейчас я соберу что-нибудь из них. Приспособление. Ключ на батарейках, который подсвечивается. Не знаю, зачем мне этот предмет. Ни зачем. Кажется, меня простили. Тогда давайте открывать сейф. Отлично, готово. Я даже не вижу. А, ключ от папиной машины. Надо бы выйти отсюда. Пойдем в кладовку сразу. Все, сразу избавляемся от трех батареек. Сходу, вот это красава я. Сразу три батарейки. Молоток. Никакого больше предмета. У нас есть все для концовки с воротами, кроме снотворного. Для снотворного надо порыться, мне кажется, на кухне как следует. Меня немного смущает, что собака смотрит прямо на меня. Она знает, что я смотрю на нее. И смотрит прямо мне в глаза. Это жутко. А еще странно, что мама вообще не реагирует никак. Она не собирается, что ли, цветы там полить? Придется ее как-то немножко растормошить. Так. Нужно устроить дымовую завесу. Раз, два, ага. 5, 7, 8. Идем к папе. 5, 7, 8. Может быть, 8, 5, 7. Но? Yes, да. 31, 56. Осталось теперь только найти снотворное. Мать в гробу видала поливать цветы. Все. Больше она этим не занимается, судя по всему. Я баганул их, что ли? И дверь эта открыта, чего быть не должно. Но никто этого уже не замечает. Кажется, они чуть глюканули, предки мои. И что же мне делать с этим дерьмом, вы прикажете, а? Вот так по чуть-чуть, что ли, скрести? Папа одобрил это действие, значит, возможно, сейчас они вернутся на круги своя и станут нормальными родителями. Слушайте, а в ванной под решеткой что там вообще лежит? Я не посмотрел. Ключ от шкафчика в кладовой. Мать не хочет поливать цветы более. Я пойду на улицу. Насколько я помню, вот здесь что-то лежало. Или это было в другой катке? Я уже запутался. Нет, это не здесь было. Ничего тут не лежало. Отвертка. Опа, проблемка. Ладно, сейчас они меня поймают. Пусть, пусть. Или не поймают. Ладно, я прощен. Прекрасно. Смогу ли я взять шланг как-то вот максимально беспалевно? Ну, не могу. Опа. О! Давай. Папа учил нас убегать. Оп! А ну иди сюда. Оп!
Ладно, мы научились от папы бегать, но от мамы невозможно. Мама учила нас мести, но заметать следы я так и не научился. Ладно, хорошо, сейчас они разбагаются. Точнее, мать разбагается. Опа, шланг у меня все еще. Вот это интересно. Это как? Думаю, этим надо воспользоваться. Ах ты, так просто... Ну, раз швабра сама сломалась, значит, будешь мыть унитаз. Ладно, моем унитаз. Какое говно я. Как я так запоролся сейчас? Мама очень быстро открывает дверь, когда уже я четвертый или пятый раз звоню. Молодец, я не был готов к такой скорости. А, кстати говоря, у нас же отвертка еще есть. Давайте-ка ей воспользуемся. Стоп, иначе будет нифига не видно. Ага. Ну, что тут? Да, снотворное. Стоп. Еще ничего не потеряно, друзья. Мне даже шланг не нужен. Мне больше ничего не нужно. Так, внимательно. 31.56. Значит, сначала мы должны усыпить папу. Для этого нужно отправить ему сообщение. Давай, бать, иди. Это же просто. Это финальный рывок. Либо все, либо ничего. И финальная катка. Значит... Какого света там случилось? Идем. Пожалуйста, надеюсь, папа сейчас уснет. Так. Ну выпусти меня отсюда! Папа не... Попался! Почему он не уснул? Ты что, совсем тупой? Почему он не уснул, папа? Я был так близок, к этой гребаной концовке. Не могу я пройти эту игру. Мне кажется, я знаю почему. Потому что я играю за мальчика. Но я-то сам уже давно не мальчик. А мальчику не достает опыта жизненного, чтобы понять, как вот хитро взять и свалить. Пришло время стать батей. Обратиться за помощью к бате, за советом, чтобы он показал, научил уму-разуму. Ну чё, сынок, смотри, как это делается. Значит, заткнись, не надо болтать, когда я объясняю тебе, как нужно убегать из моего дома. Можете же всегда, чё так не играете, а? Вот, сыночек мой маленький, юноша мой недоразвитый. Вот, достаешь из фонарика две батарейки. У тебя уже сразу сколько? Две батарейки. Смотришь на свое, на то, кем ты был раньше. Посмотрите, какой щуплый, плечей нету. Все, что ты есть в этой жизни, это мимо. Отвернись. Включаешь компьютер. Пасворд. Андрю 2002. Так, выходим, значит. А, сразу пойдем по стариночке. Первые шаги, они у нас правильные всегда. Это ванну засаны тряпкой к ведре. Ее нету, значит, тактика меняется. А чё вот здесь вот в сливе ключ от ящичка кладовки, понятно. Ну хорошо, тогда заходим в комнату к папе. Папа идет в комнату к папе. Смотрим, что у нас тут есть. Отсюда не видно. А ну стой, попался! Я бегаю, только потому что давай, это быстрее! Правильно. Бегать это хорошо. Я бегу и чувствую, как бицепсы становятся сильнее. Потому что так это работает. Ну ты, конечно, гнида. Он нассал там, где обычно я. Фактически перебил мой запах. Завоевал территорию. Ну ничего, я отыграюсь еще. В этом доме может быть только один батя. Ты понял, батя? Это как в прайде. Не может быть два вожака. Давайте зайдем сюда. Насым здесь. Чтобы самка знала, кто здесь хозяин. Настоящий. Опа, третья батарейка сразу, ничего себе. Такого у меня еще набора не было. Синий паттерн. Синий паттерн, значит, вот тут есть. Все, хорошо. Теперь проворачиваем фигню с вазой. Значит, оп, скорей. Я боюсь папу, потому что только папа может убить папу. Наверное, почудилось. Только папа может скрыться от папы. Отличный улов. Мы тут все уже посмотрели. Абсолютно все. Отлично. Мама идет лить цветы. Расклад идеальный. Тут вряд ли что-то будет, можно не терять время на это. Я потерял все равно время на это, но на всякий случай стоило посмотреть. Потому что кто знает, как оно может быть, правильно? Давайте быстренько посмотрим пароль. 6, 2, 7. Мясо. У мама. О, мама. О, мама. О, май гад. Проверить хочет. Учит ли он уроки, блин. Я включил обратно вентилятор-то? Не факт, что его включил. Она удивится сейчас, что вместо сына бать сидит. Учит уроки. Учи, я просто зашла. Она увидит? Она не увидела. Надо маму вызвать. Понеслась. Так, домовая завеса. Быстрее. 6, 2, 7. Быстрее валим отсюда, пофигу. А? А? Нет! Проверю телефон. Вроде никакой.
Только матерей боятся, бати. Еще один эксперимент, который я ни разу не проводил, это может ли мама заметить, если я вдруг в окно выбираюсь. Нам необходимо это знать. Пойдемте, будем знать. Начинаем знать. Мама не замечает. Великолепно. Так, ну-ка. Отверточка. Мама ушла, ведь, да, уже? Ушла, быстрее, так. Ла-ла-ла-ла-ла. Дай мне что-нибудь, ну дай мне что-нибудь, ну дай мне что-нибудь. Охренеть, ничего нету, ничего не дали. Так, надо на улицу срочно. Срочно! Оп, собакин, бери мясо. Бери. Так, есть. Все пока очень хорошо. Мы сейчас можем вызвать папу по телефону, а сами... Тихо. Пойдем поставим шланг. Пас, пас, давай, давай! Пойду гляну, кто там мне пишет. Окей. Кто-то сам там написал папе без моего вмешательства. Это очень хорошо. Скорее есть. Very good. Very, very good. Хорошо, пусть наливается пока. А мы тем временем... Мама? Мама? Отлично. А мы тем временем пойдем воспользуемся отверточкой а вот тут. Придавило. Это мне не нравится. Его придавило. Черт, вот здесь сныкаюсь. Скорее. Надо порыться тут. Ну-ка. Блин, отвертку здесь оставил. Полный отстой. Мне нужно обязательно вытащить шланг, поставить все на место. Я не знаю, папа сейчас вернется же, господи. Тут всего лишь сраная доска, где она? О, все, хана мне, о, мне хана. Как же так, куда делась доска, я не понимаю. Она исчезла, прикиньте. Ладно, ну что это, я же мужик, я не боюсь своей жены. Как бы она ни кричала. Вынуждай отца браться за ремень. Я сам отец, и мне не нужен ремень, потому что я в трениках. Ха, а что со шлангом-то в итоге? Слушайте, а может быть пойдем попробуем сейчас шланг положить на место? Скорей. Опа, есть! О, черт! Какой стороны? А! Быстрее, 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 вот! Куда? 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 Продаться здесь? Куда делся? Сразу пощечину дала. Ладно, я неплохо продержался. Ну что, батька шарит, как делать надо. Учите детишки. Что получается? У нас есть теперь зарядка от ноутбука, но я не помню, какой там пароль. Поэтому это нужно обязательно сейчас восполнить. Этот пробел в знаниях. А, 627. Сразу за ноутбук. Геннадий, 627. 2799. Давай бегом на помощь, наш сын куда-то делся! Это что такое? Это что за прикол? Как она меня спалила, я не понял. Тук-тук-тук. Да, кто в да, знает, что сидит. Я здесь. А, я здесь. Все верно. А? Ты что, совсем тупой? Это была последняя попытка, как-то я этого не заметил. Двери я закрыл, я все закрыл. Я, я, возможно, вентилятор не включил обратно. Черт, мне неловко. Ну, сынок, не смотри на эту попытку. Это так, это я просто прикалывался над тобой. Окей, в моей комнате здесь нет ничего, но мы не отчаиваемся. А идем искать дальше, и здесь ничего нет. О, наконец-таки в мусорном ведре есть антижир. Может быть, тут и тряпочка есть, и тряпочка здесь есть. А тут что у нас? Ключик. Вот сейчас неплохо все складывается. Кажется, мы сможем сбежать сегодня. Потому что батька за игрой. Он вам покажет, как нужно делать. Давай. Нет. Все, жопа. Все, жопа. Просрал. Потому что дверь не открыл изначально. А потом двигатель стиральной машины запоролся. Метнул в руки и пошел, чтобы не единый... Вот, будучи взрослым, рассудительным мужчиной, даже если я факаплюсь, я, по крайней мере, анализирую, из-за чего это происходит. И в следующий раз не допускаю этих ошибок более. А если допускаю, то не вам, мелочи пузатой, меня судить, понятно? Вот доживете до моих лет. Ну, метись, говна, кусок уже. Сейчас твои сланцы тоже почистим, мать. Устал я что-то. Устал я. Я буду требовать от матери жаркой ночи сегодня, сынок. Потому что я альфа-самец. Вот так все работает в жизни. Ты напрягаешься из-за проблем, которые ты сам же себе создал. А потом требуешь, чтобы тебе кто-нибудь возместил. Мать твоя уж возместит, будь уверен. Ключик обронил, вазу поставил, ключик забрал, свет вырубил и в шкафу сныкался как крыса. Ладно-ка, выходим. Что у нас здесь? Оранжевый. Во! Все. Окей, у нас ключи от машины здесь. Все, с этой комнаты пока что мы закончили. Так, кусочек вкуснейшего мяса. Сюда. 593. Обратно к ноуту. Геннадий. 593. Ги. 7992. Срочно на улицу. Папа не будет злиться. Надо попробовать вызвать папу.
Вызываю папу. Срочно, срочно, срочно бежим за шлангом. Опа! Здравствуйте. Папа пошел отлить. Хорошо, пусть отливает. А мне бы как-то достать. Достану? Нет, еще рано. Есть! Уходим. Отлично! Идеально! Вернись! Есть! Мать пошла лить цветы! Как все грамотно сработано! Как же, блин, грамотно! Скорее на кухню. Оп! Гвозди. А я не посмотрел, что у собаки в лапах. Надо открыть вот эту решетку. Очень много предметов. Оставлю отвертку здесь пока что. До сих пор нигде нету лампочки. У собаки ступенька. Это очень интересный момент. Интересная катка получается. Я уже везде посмотрел, и лампочки нигде нету. Моему взрослому мозгу, опытному, становится очевидно, что лампочка находится где-то на видном месте. Но я ее не вижу. Вот мой вывод, который я сделал. Ступенька одна есть, это самая нижняя. Опа, смотрите, предмет еще один найден. А молоток где? Сейчас устроим. Коварный отец, я знаю по себе, мы отцы такие. Вот, вот здесь была лампочка. Как я ее не заметил, офигеть, как она была припрятана. Ух, сейчас наконец-таки все сдвинется с мертвой точки. Черт, есть. Пойду. Есть. Туалет, папа, блин. Уходим. Уходим отсюда. Надо бы проверить, учит ли этот балбес уроки. О боже, как хорошо, что я здесь в комнате. Учишься? Ну ладно. Опасность миновала. Стоп, а тут-то что? Снотворное. Вы понимаете, что все готово? Все готово! Сейчас та самая катка, когда у нас получится. Учишься? Я тебя игнорирую, мать. Мои друзья смеются надо мной, вон они. Ничего, скоро я буду с ними. Ой, здесь можно всраться жестко. Так, значит. Вызываем. Кому я там нужен? Все, он ушел? Ага. Все, подсыпали. Осталось теперь вот как сделать. Сейчас устроим засаду. Ух ты, урод! Ах ты, урод! Какой ублюдочный папа! Молодец, как я успел, как я успел! Учись, а я пойду. Успел. Иди, иди, отдохни. Сейчас должен начать храпеть. 25. Ты будешь храпеть? Есть. Так. Ну? Радио. Как включить? Есть. Радио уродское. Быстрей. 7992. Опа. А ну выпусти меня отсюда. 7992. Enter. Эй! Открыть. Как мне выйти отсюда? Быстрее. Сюда. Оп. Скорей. Папа! Папа! Проснулся! Есть! А ну иди сюда! Есть! Есть! Успеть! О, как она была близко! Как мама была близко! Да! Вот так вот батька пришел. И таким образом мы получили концовку номер 2. Из 8 возможных. Надеюсь, что вам понравилось, это было очень тяжело. Я думал, что второе прохождение будет гораздо легче, оказалось не так. Если вы хотите, чтобы я посмотрел все остальные концовки, пишите об этом в комментариях. Ну а с вами был Юджин, люблю вас всех, обожаю, целую, обнимаю и, конечно же, всем даю петюлю напоследок. Вы готовы? 1, 2, 3 и 5!